нам обратилась мама мальчика 4,5 лет с проблемой короткой уздечки языка, которая мешала ему разговаривать. Опережая ваши вопросы, скажу, что мы выбрали классическую методику вместо лазерной коррекции, и делаем мы так чаще всего, потому что все плюсы лазерной коррекции чаще всего являются рекламным входом производителей. Изначально они обратились в другую клинику, где им предложили сделать коррекцию уздечки только под общим обезболиванием, мотивирует это тем, что ребенок слишком маленький. Они пришли к нам на консультацию, мы посмотрели его, ребенок оказался довольно спокойным, поэтому нам удалось провести процедуру под седацией закиси азота. Необходимым условием для получения хорошего результата после коррекции уздечки являются занятия с логопедом. Наш пациент через 2 недели после операции начал заниматься, и мы увидели с ним через 3 месяца, сделали фотографию вот такого замечательного результата. Мы очень довольны. Те уздечки, которые действительно можно иссечь лазером бескровно и бесшовно, так как нам предлагают производители аппаратов лазерных, как правило, вообще не требуют никакой коррекции. Поэтому чаще всего мы выбираем классическую методику.